Ворованная черешня самая вкусная. А, это пугало. Зачем ты меня звал, братик? Пойдем у моего соседа черешню воровать. А если он будет там и нас поймает? Не будет, там только пугало стоит, ты не пугайся. А, ну тогда пойдем. Ворованная черешня в два раза вкуснее. Я же говорил, никого тут нет. Вы ничего не попутали? О, пугало, я тебя не боюсь. Кто пугало? Ты пугало, стой тут и ворон отпугивай. А я пока черешню похаваю. Братик, это не пугало! Братик, смотри, листва зеленая, я позеленил. И чё, видишь? Лужа мокрая, я намочил. Яйцо куриное, я накурил. Смотри, кровать железная, я пожалел. Велосипед скоростной, я ускорил. Кошка злая, братик, я разозлил. Пугало страшное, я устрашил. Облака белые, я побелил. Эй! Лежачих баранов видите? Я уложил. Братик, давай моего соседа будем злить. Да не, братик, что-то я его боюсь. Не бойся, сегодня же день защиты детей. Если что, нас кто-нибудь защитит. Ну тогда давай позлим его. Давай, ты первый. А что делать? Пойди его дерево вырви. А мне точно ничего не будет? Братик, сегодня день защиты детей. Давай, иди. Мудозвон, ты шо наделал? Я твое дерево вырвал, и ты мне ничего не сделаешь. Чего это ты взял, что я тебе ничего не сделаю? Сегодня день защиты детей, а я деть, меня будут защищать. Ща посмотрим. Что-то тебя никто не защитил. И что это за праздник такой странный? Почему Леню никто не защищает? Братик, давай твоего батю будем злить. Давай. Смотри прикол. Не понял. Я тоже так могу. Да что тут происходит? А я еще раз могу. Да кто тут стучит? Я тоже еще раз могу. Что делаешь? Стучу. Сейчас ты постучишь. Бедная дверь. Иди, иди. Все равно вернешься. Я домой? Не вернусь. В огороде буду жить. Через 5 минут испугаешься и придешь домой. В повадке? Не страшно. До свидания. Я пошел. А ты чё пришёл? Ты же сказал, в палатке будешь жить всю жизнь. Буду жить, но только днём. А ночью я лучше дома поспию. Борька, хочешь прикол над Лёней? Давай. Привет, пацаны. Привет. Хочешь в моём новом бассейне искупаться? В бассейне? Конечно, хочу. Ну давай, залазь. Давай только с закрытыми глазами. А зачем с закрытыми глазами? Чтоб сюрприз был. Прыгай, братик. Прыгаю. Как водичка, братик? Ее здесь нету. А это и был сюрприз. Вот это прикол, я понимаю. Пап, можно мы с Леней в бассейне покупаемся? Ага, я как раз плавательную майку надел. Сначала вон те ветки, вон туда перенесите. Пап, мы ветки перенесли. Можно мы покупаемся? Ну еще кирпичи вот эти сложите. Мы кирпичи сложили. Можно мы покупаемся? Ну, вон там еще перекопайте мне огородик.
перекопали. Можно нам купаться? Машину мне помойте. Мы машину помыли. Можно мы уже в бассейне покупаемся? Нет, что-то вода холодная. Вдруг заболеете. Вот бы поплавать тут. Нельзя. Еще вода не нагрелась. А когда нагреется? Скоро. А скоро это сколько минут? Пап, а вода уже нагрелась? Еще нет. Папа, нагрелась вода? Нет. Пап, а вода нагрелась? Нет. Пап, а сейчас вода нагрелась уже? Борька, что ты пристал ко мне с этой водой? Ну я купаться хочу. Купаться хочешь, говоришь? Ага. Купайся. А ты почему не купаешься? Да что-то не хочется. Да он это, Борька, плавать не умеет. Умею я плавать. Ну давай купайся, залазы на улице. Ничего не жарко. Всего плюс 45 градусов. Да он боится купаться, потому что плавать не умеет. Ну да, наверное. Умею я плавать, я сказал. Не умеешь. Сейчас докажу. Вот видите, умею я плавать. Ага, пап, ты лучший пловец. Клубника почем? 500 рублей. Ну-ка, дай попробовать. А ты, Борька, тоже пробуй, чё стоишь? Чё-то я не распробовал. А ты, Борька, тоже не распробовал, бери и ешь. Я распробовал, вкусная. Не распробовал, еще пораспробовай. Вы покупать будете? Нет, невкусная у тебя клубника. Пойдем, сынок. Классно с тобой по рынку ходить, пап. Учись, сынок. А это что? Клубника, пап? Да, клубника. Вау, вот бы съесть ее. Так, руками ничего не трогать. Это все на варенье и на компот. А я руками и не собираюсь. Я ж тебе сказал, клубнику не трогать. А я и не трогал, я лотом съел. Пап, можно я на переднем сиденье поеду? Давай, прыгай. Только если полиция будет, пригнешься. Классно, еду на переднем сиденье, как взрослый. Не понял, там что, менты стоят? Ну да, менты. Ну-ка пригнись быстро. Где менты? Да вон стоят, быстрее пригнись. Так где? Не визу. Да вот они уже перед нами. А, теперь визу. Ся блегнусь. Поздно. Нас уже остановили. Пап, смотри, как я блызгаю. Давай вылазь уже из бассейна. Ну, пап, еще 5 минут отсип. Смотри, я еще вот так могу. 5 минут прошло. Давай вылази. Да вылазу, я вылазу. Давай быстрее. Ну сейчас, еще последний раз нырну. Ну сейчас, еще плузок поплыву. Теперь в другую сторону, чтоб голова не клузилась. Ну сейчас, еще раз последний раз нырну. Борька, последний раз повторяю, вылазь. Да вылазу, я вылазу. Ой, упал. Ну-ка быстро вылез, сейчас я тебя отлуплю. Да вылез, я вылез. Ой, круг забыл. Подпишись за братиков. Подпишись.
За батю комментарий напиши, за Борьку лайк и колокольчик, если ты не пончик. Если ты не пончик, подпишись. Если ты не пончик, лайк поставь.